eSportBets.com – уникальное место для настоящего геймера. Только здесь возможны ставки на киберспортивные события. Ты знаешь толк в самых популярных играх и готов рисковать? Смотри регулярные трансляции и зарабатывай реальные деньги. eSportBets.com – живой азарт и холодный расчет. Что ж, после горячего КС-а вернемся в Counter-Strike. Star Ladder продолжается, и игровая серия матчей Star Ladder TV продолжается. Также стар-серия Star Ladder. 100 раз сказал Star Ladder, все, $1 000 000 мне к зарплате. Итак, ну что ж, посмотрели мы одну из самых эпичных заруб. Вот сейчас будет менее зрелищный, конечно, матч, но все-таки хочется узнать, сколько же Aces на этот раз возьмут раундов. Опять-таки же, все будет зависеть от того, за какую сторону начнут тузы. Да, да, да. Ну и решать все будет прямо сейчас сайт-пик. Вот через несколько секунд уже команды пойдут резать друг друга. А вам, зрители, скажу, что вы не как бы не забывайте. После этой встречи мы пойдем смотреть матч Fnatic Лиги. Fnatic Fragout Лиги, где ESD будут играть BO3 встречу с Fnatic. И это будет эпичный момент. Скажу честно, друзья, ESD будут играть с стендином матч, поэтому можете смело на них не ставить. Кстати, а кто будет стендином? Мо, друг казаха, который тоже... Ну, короче, там будет два друга, у которых... А кого не будет? Не будет Доси, который сейчас в самолете, на самолет должен спешить или на поезд, потому что... Который летит в Киев. Да-да-да, им надо передислоцироваться срочно. И, в общем-то, такие дела, будет играть Мо. Ну, два парня с пингом 120. Ладно, здесь у нас НИП Aces, и сегодня уже НИП... Всем показали, доказали. Посмотрим, что вот будут делать Aces, Торнад, Литл, Тихон, Аэрфлай против таких грандов мирового Counter-Strike. Явно сейчас настрой, конечно, боевой должен быть у Aces. Ну и начинают они сайт-пик весьма интригующе. Просто минус 5 сходу. Аэр минус 2. И вот первая половина все-таки начнется для тузов. В защите это радует. Конечно же, будет... Так, будет ли он? Да. Да-да-да, все. Вот кто-то там ГГВП уже написал это. Вот можно на самом деле фанатам тузов вздохнуть с облегчением. Действительно, парни начнут за дефенс и будут стараться набрать как можно больше раундов в первой половине, но грозные НИПы. Я думаю, им на сторону вообще абсолютно все равно. И сейчас будет у нас настоящее шоу. Просто мега эпичное шоу. Ну что ж, погнали. Но мне кажется, что Aces даже за пределы десятки здесь не выйдут. Если сегодня у них в матче с немцами были шансы, то тут, по-моему, их очень мало. Так, тем временем, Фифаром на длине начекал как минимум двоих игроков команды Aces. Что вообще происходит на карте? Как видим, Фрайберг и компания. Быстрая попытка выйти на рампы. Пресекается команда Aces, Торнадо и Литл. Делают два минуса и... Неплохие шансы у тузов на взять этого раунда, но Фифлар немного выравнивает ситуацию, забирает флая в ангаре. Так, что же будет происходить дальше? Смотрим, Форест полную орудует на нижнем. Ну вот как так прошел беспрепятственно? И сейчас есть реальный шанс зайти и удивить команду Aces. Кто же все это дело будет принимать? Ну, Литл вроде бы контролирует выход с нижнего. Замечает Фореста, должен давать инфу тиммейту. Да, Тиксон также уже смотрит вниз. Ну и да, вот таким вот отличным хедшотом падает Гитрайт на рампах. Остается в живых только Форест, Линдберг. Сможет ли исправить ситуацию? Нет, не может. Торнадо. Отличный хедшот. И Aces берут пистолеточку за дефенс на нюке. Тем интереснее будет наблюдать дальше за всем происходящим на этой карте. Потому что будет происходить здесь, уже вот даже тяжело представить. Но вот все-таки верим, что тузы достойно выступят в первой половине и наберут хотя бы... Сколько нам надо хотя бы, чтобы... Хотя бы, чтобы не в туза. Хотя бы, чтобы рассчитывать на хоть какой-то успех. Ну да, да. Матч. Сколько надо тузам, как думаешь? Ну, я думаю, для... В первой половине. Для того... Ну, понимаешь, там же играют уже далеко не дети, взрослые парни все, и вот... Я не знаю. Ну вот сколько? На твое. Надо победить, я считаю. Взять и победить, вот. Да? Просто победить. Просто обыграть, да? Ну просто ты понимаешь, это уже не круто, когда ты берешь 10 унип, а потом где-то в универе на паре своему братану говоришь, да я 10 унипов брал, а ты сколько взял? Я топ 128 СНГ. Топтал.
Да, я топтал не по землю, чувак. Вот сколько для этого надо раундов, да? Так, вот Найка потеряли тузы всего лишь одного. Туза. Игрока туза, можно даже так его назвать. Давай не будем их называть тузы, а Aces это тузы, это как-то по-танкистски. Aces круче звучит и вообще. Просто когда ты говоришь туза, я сразу представляю вот этот вот бубновый вот этот прямоугольник. И вот у меня такое ощущение, что там 5 прямоугольников. Хорошо, хоть у тебя такая ассоциация возникает с тузами. Грязный комментатор Юрий Страйк Терещенко. Так, ну смотрим. Выход с Непов на верхний плен. Под флешку врываются, постараются поставить бомбу или забрать как можно больше игроков команды Aces. По-моему, они просто вышли и стоят, ждут, когда их убьют, а Aces в панике. Вот они, да-да-да, там, тут, и вот добили, наконец-то, все. 3-0. Девайсный раунд, я смотрю на Гидрайта, он зол, он пыхтит, у него уже... Так, а у Литва есть АВП, пока ты смотришь на Гидрайта, и вот Литл будет вот кое-каким сюрпризом для команды НИП, а может быть и вообще не будет сюрпризом. Посмотрим, куда пойдет Литл. Или Гидрайт. Увидим. Вообще можно просто оставить автодиректор, потому что мы не пропустим здесь практически ничего. Сверхъестественно. Ну да. И вот если в том матче это сверхъестественное где-то и было, то в этом матче, по-моему, ждать таких беспощадных раскладов не стоит. Так, начинается все вообще с таких серий прострелов. Вот тупо секунд 15 в наушниках просто... Смотри, куда пробрался Фрайберг под шумок. Фрайберг заходит длинный и сейчас будет находить там Аэра. Вот он бежит забирать уже его. Аэра думает, блин, вот это я крут. Забрал Фореста. Я убил. И убивает Фрайберга. У них развалилась разводка 3 в 4. Еще ничего не закончено. Жив Гидрайт, ты что? Пока Гидрайт, Фифларн, Гзис в живых, заканчивать этот раунд, по-моему, рано. И Тихон. Вот Тихон должен был сейчас... Не, Литл перестроился с АВП на радио. И на радио идет Гидрайт, Литл видит и забирает Гидрайт вместе с бомбой. Вот это не везет команде НИП тотально, я бы сказал. Aces взяли в руки всю ситуацию под свой контроль. Гзист, на хорошая. На верхнем пункте забирает флая. Хорошая реакция в его исполнении, выход под флешку. Ну, втыкается опять же в Литла и, в общем-то, вот оно что. Сработала задумочка Aces. Литл закупился снайперской винтовкой и отлично ее реализовал. Друзья, далее напомню, что мы будем смотреть Fnatic Fragout Лигу, и там матч будет BO3 ASD против Fnatic, поэтому далеко не переключаемся. Это вам Next Match, напоминалочка, опять-таки, где и что мы будем смотреть. Может быть, даже по окончанию этого матча удастся нам захватить кого-то из игроков команды ASD. Да, у нас там два братка сидят на сцене, но я сразу скажу, что вот они будут играть со стендином и вряд ли... Что-то получится, но борьбу навязать собираются вроде как по настроениям. Аэро минус Фифларен. Начало хорошее, закрыл ангар, но что будет делать с остальными, непонятно. Литл с ним играет в паре и... Вот супер это да. Засада у тузов при стройке, флай на размене Аэро. Флай делает просто... 3 минуса. Флай просто... А, вот и Гидрайт. Кто следующий? Гидрайт. Ну, флай жестко подсадил всех трех. Гидрайт, смотри, упал вниз, его ждут, возможно, сверху, а он такой вот красава. Попадает по голове еще и Аэра, забирает, посмотри, ну вот неплохо. Слушай, что делать с таким парнем, которого просто нельзя, вот почему его нельзя убить? Он антиубиваемый какой-то. 5-0, вот такого явно никто не ожидал. В первой половине тузы доминируют над командой НИП. Вот мне интересно, НИП в этом году, НИП в этом году уже не будут идти 87-0. Но запомните, для истории Counter-Strike это очень важный момент, потому что это единственная команда, которая шла 87-0 до приезда в Киев. Да, и потом их бомбанули Virtus.pro. Да, при том, что очень плотно бомбанули. Но потом они вновь приехали и отыгрались на этой площадке. Это для них было очень важно. Так, ну что ж, раскидка улицы, проход по улице всей банды вчетвером. Шведы действуют очень быстро. Посмотрим на реакцию команды Aces, смогут ли парни адекватно отреагировать на все происходящее и принять заход на нижний поинт? Знаешь, судя по абсолютно бескорыстным и быстрым, спокойным, спонтанным действиям, не спонтанным действиям команды НИП, а очень простым. Ну как же так? Готов, должен был забирать Гзиста. Готов сказать, что шведы в этой игре дают российской команде шанс, и они могли даже написать в Твиттере об этом, я так думаю. Форест в трубах забирает Хвая, ну и вот, то, о чем мы говорили. Не удается... Команде Aces принять достойно нижний плент. Подожди. Если Аэра сейчас сыграет в длинном, не сыграет Аэра против Фореста. Ну да, деревяшка очень плотно попадает по головам, забирает Аэра. Деревяшка.
Деревяшка! Что творит? Третий минус в раунде будет для четвертый. Ну все, деревях просто расстрелялся, и Литл, ну, минус Фрайберг, хоть как-то. Ну, закрыть Пухлого, вот с остальными не справится, беда. Может, Гидрайта закроют. А, хорош, все, остается Деревяха. Нет, Деревяха, по-моему, ну, зол. Вот ожидает, нет, не ожидает пришедшего Фореста с хелпой, должен Форест забирать. Да, уверенным хедшотом минусует Литл, счет 5-1. Размочили Непы. Вот Литл сейчас понял, знаешь, стоя с ВПЛ, он сейчас понял после фрага от Фореста, то, что вот я, говорит, вот по-любому дурак. Я стою, жду, я думаю, что будет так. А Непы даже не парились, просто два посидели, а на самом деле один остался на пленте, остальные разбежались. Никого не осталось они на пленте. Они вообще Петра даже не боятся. Ходил с рампов, точнее, с радиобудки, а Форест уже бегал из-под маяка. Чувство игры. Забили на бомбу, знали, что не пойдет выбивать снайпер команды Aces. И посмотри, Литл открывается, забирает на длине Фифуарена. Аэр падает в туннель, уходит Флай. Численное преимущество у команды Эйса. Смогут ли им воспользоваться? Пока не ясно. Так, на Тихона намечается выход на рампах. Тихон, есть первый минус, сбривает деревяшку, забирает Фореста и беспрепятственно покидает территорию рампов. 3 в 4 благодаря Гидрайту, минус под маяком. Флай забирает Гзиста, и опять-таки же преимущество в два игрока у команды Aces. Надо... Же, пока жив Гидрайт, сложно что-то сказать. Конкретно этот чувак просто знает все. Вот, например, стрельба его вообще не подводит. Едва-едва Тихон свою жизнь чудом сейчас спас. Тихон, Фрайберг тем временем забирает Флай, и уже практически равная ситуация в этом раунде. Слушай, на нервах, все происходит на нервах. Мне кажется, Aces реально нервничают. Ну, после таких прострелов, конечно, да. Так, торнадо прячется. Ну, вряд ли. Если сейчас пойдут на закрытый, то Непы вообще будут через... Опа! Торнадо увидели. Гидрайт закрывает. Ах ты ж как, а! Ну все, понимает Гидрайт, то, что был один еще простреленный. Один будет по-любому саплунта. Но где прячется простреленный, никто не знает. Нип аккуратно все чекают. Так, ну вот Тихон должен был давать инфу, что плюхнулся кто-то на нижний. Фрайбер, как же забирает Аэр, боже. Вообще какой-то сумасбродный бред. Тихон так сейчас зажал и даже не в бомб кэрри 5-2. Эх. Айра с первой пули попал Фрайбергу в голову, но потом что-то пошло не так. И все пули летели мимо. Мимо головы и тела Фрайберга. И второй раунд отдает команда Aces в защите. Ну и вот очень обидный раунд. Ситуация 4 в 2 должны были брать бравые русские парни. Шестой, но нет. Гетрайт и Фрайберг так не считали. Да, не заходит. Так, ну что ж. Вот какой-то неуверенный бай сейчас в исполнении Aces вместо слива. Решили закупиться. Ну вот если с плотным баем разыграть не смогли уверенно, то сейчас-то зачем тратить деньги, не ясно. Ладно, Литл может зайти в спину, но не делает этого. Флай принимает длинный. Следующий, кто будет принимать, это Айр. Айр попадает по голове деревяшки, забирает его. Вот еще бы второго на Верочку. И вот он, Литл в спине, но во второго не выжимает. Гзиз дает такую... Такой просто нереальный ответ. Геттер на реакции просто, ну ура, справляется с плунтом. Смотрел вверх, убил внизу, красавчик. Ну, проблема Гетрайта в том, что бомба на нижнем плунте, которую контролирует Тихон, и забрать ее будет не так уж и просто. Так, ну будем надеяться, что Тихон не ошибется, встает в позицию, но в ожидании. Но на самом деле это очень опасный момент. Гетрайт чувствует такие моменты. Ну вот здесь выиграл Тихон в позиции 6-2, и все-таки волевушечку Aces взяли не зря. Будут стараться на нюке давить за сильную сторону. Так, посмотри, сразу же начинаются проблемы у шведов с деньгами. Это эко-раунд. Или нет, все-таки форс-бай. Форс-бай от команды NIP. Чем же он закончится? Ну посмотри, 2 КМ, 2 Галила и П-250 у Фрайберга. По-моему, парни психанули полностью. Так, Aces. Так, Фрайберг сейчас неплохо напряг с пистолета. Немножко замешкал игроков Аплента, совсем чуть-чуть. Так, у нас будет выход на верхний плент, 2 в пристройке, 3 из будки, и смотрим, с чем же... О, боже, какое безобразие. Торнадо не принимает выход из будки, но Флай справляет эту ситуацию. 2 в 3, Экзист и Гидрайт против Литла, Тиксона и Айра. Вот опять же, последнее за шведами слово будет, потому что Гидрайт живой. Так, ну вот что-то феноменальное намечается у нас в этом раунде. Вот тут со всех сторон просто сейчас задавили Гидрайта, и все-таки этот раунд остается. Этот раунд остается за игроками команды Aces. 7-2, друзья. Да, сумели все-таки в большинстве вытащить этот раунд. Ну и смотрим, что же будет происходить дальше. У команды NIP, как видим, по... Деньгам 3-3, 2-7. Но после бомбы, в принципе, чутка хватает. Ну, чутка хватает, но это будут АКМ без арморов или нет. Все-таки 2 дигла. Одна ЦЗ-шечка и 2 П-250. Вот такой вот арсенал девайсов у команды NIP на этот раунд.
А мы в ожидании чего-то сверхъестественного. Я вам скажу, что мы об этом знаем. Вот именно об этом. Мы знаем, но мы не видели этого. Мы не видели этого. Ну вот так вот сходу. Начало очень крутое. Фрайберг. Три минуса в исполнении Фрайберга. Подбирает АВП. Задавил просто кабанов. Вот это жесть. ВП, иди. Ну, короче, этому парню команда не нужна сегодня. Ну, будет еще один. Нет, наверное, не будет. Уже вот просто не пы. Втроем против одного должны забрать Тиксона. Но он просто заставил оттопырить сейчас Aces. Вообще, ну, ура. Или все-таки Фрайберг сделает последний минус. Ну, три головошота с Дигла были просто бесподобны. Ну что, на одной волне надо сейчас как-то Тихону сыграть. Ох, Фореста не увидел. Там же видна головка. Все, Линдберг сейчас тебя съест. Вот так вот, да. Линдберг не прощает. Деревяха тащит. Итого, что имеем? Три минуса от Фрайберга и два минуса от Фореста. И команда NIP берет экономический раунд. Да по факту это всего было три раунда. Три фрага от Фрайберга. И на этом раунд закончился для Aces. Потому да, что дальше тузы просто сдались. Чувак просто посчитал. Просто посчитал. Так, ну и вот сразу же после такого провальчика у тузов намечается экономический. Парни сливают и... Матч продолжается. Да, у нас соседнюю студию поселили дотеров, и там что-то... И Вилат со мной войну устроил, просто уже второй день мы с ним воюем, просто кто здесь круче. Кто здесь крикнет громче. Я говорю, что я вот все было... теме. Я, конечно, первый минус видел, а вот остальные два искренне. Ну, не то, что видео. Мы ожидали этого, но мы не видели этого. Это было действительно круто. Очень круто. Очень круто. Ну, Фрайберг, конечно, молодцом, на самом деле. Ну, знаешь, этот чувак... Вот я помню, с Эдвардом он очень долго разговаривал еще после финалов на тему вообще вот шведского КС и игры. И вот Эдвард мне поведал, что... Фрайберг очень хорошо играет. Вот он реально очень хорошо играет. Ой-ой-ой, вот это проштрафил Форест Айра. Как же так? Ну, вот, нежданно негаданно. Везет сильнейшим. И Форесту откровенно повезло в этом моменте. Словил пробегающего Айра через дым. Это фантастика. Фантастик. Так, ну что ж, Фларен. Будет ли вылетать или нет? Нет, не будет идти улицу Форест. Медленно переходит со скалы. Ну и на АВП, наверное, сейчас пойдут, либо рамп. Вообще хорошая ситуация для того, чтобы убить рампы. Во-первых, один там красный, об этом даже, возможно, не знает. А во-вторых, у Фореста айвик, чтобы снять как раз-таки либо упор, либо даль. Ну, вдали Тихон он будет прятаться, а вот упор уже интересней, как играет снайпер команды. При том, что это его не профильное оружие и вообще... Так, ну тут на таких шифтах так, ну вот вышли. Так, Тихон должен играть на выходящего. Гитрайт прочекает эту нычку. Да, да, сразу просто. Просто и без шансов. Ну это вот может сработать с командой послабже, но не с Непами явно и не там, не знаю, не с первым топ-8 командами, которые в старт-серии. Форест. И еще один минус с АВП в трубах забирает Флая. Торнадо. Задавил Фифларна в длину. Так, ну вот вопрос, дадут ли поставить бомбу? Она стоит уже, Юра. А, уже стоит. Прозевал. Ну, слушай, за Непами реально приятно смотреть. Все, что могу сказать. Действительно, эта команда всегда вызывала восхищение в плане тимплея, взаимодействия, микромоментов каких-то. Видно то, что это команда профессионалов. При том, что, ребят, эти парни же, вот все смотрели этот сериал с Непами. Все же понимают, что у этих парней подход к игре там не такой, как у большинства, да? Типа сидеть дома, задрачивать бездумно. Это работа. Это работа. Они не сидят бездумно, задрачивают. Они играют 4-5 часов в день, и то не всегда. И только... И отрабатывают на праках какие-то интересные моменты. Вот в этом заключается фигня. Помимо этого, они еще занимаются кучей всяких полезных дел, включая походы всяким мозгоправам и разного рода докторам, которые прописывают им чудо-витамины, которые якобы повышают твою концентрацию. Но такие витамины доступны всем в аптеке. Но самый-то прикол то, что они первые, кто показал, как это делается и насколько это правильно. Так, ну что, поджим от Aces с нуля, и в итоге все, кто вышел, все погибли, кроме Тихона, который по-тихому пока играет роль. Ну, его смело контролирует Гитрайт, Тихон, ну вот, пробрался в спину Гитрайта. Тут еще, понимаешь, еще непонятно, кто к кому пробрался. То ли Гитрайт на плент пробрался, то ли... То ли Тихон не понял, где соперник. То ли Тихон просто так потратил время и прогулялся. Ну, вот они с Айра встретились, все, чувак, привет, братан. Привет, братан, а что ты тут делаешь? А где Гитрайт? Они ушли через ноль.
Нет, просто попадает с ВП, а вот с ЦЗ-шечки, воу. Еле выговорил. СЗ-75 называется пушка. Вообще, это пистолет, если не ошибаюсь, Маузер. Не знаю, почему называется ЦЗ. Знаешь, я в Counter-Strike много тоже чего не понимаю, почему АК-47. В 47-м году. Да? Да. А не потому, что рейпер такой есть? Без понятия. А то мало ли, а то они увидели рейпер. О, давай назовем... За его отличные песни, самые красочные речитативы, которые Есенина сажают просто попой в лужу. Назовем этот автомат вот так вот в нашей игре. Ну, вряд ли такое было. Может, дурью, конечно, маемся, у нас автоп появляется. Еще одна версия. Почему же АКМ? АКМ, да? АКМ. Почему АКМ? Товарищ Калашников что-то задумал. Так, Литва на длине, с ВП. Найдет ли кого-то из своих оппонентов? Знаешь, вот ничего не мешает Непам проходить на нижний поинт раунд за раундом. У них там вообще проблем нету, они раундов 5 подряд просто там пробежали и хоть бы кто. Но там даже ворона клювом не клюет. Литл все это дело слышать должен был, я не знаю, но реакции какой-то я вообще не замечаю. Но Литл заходил в спину в прошлых раундах. Так. Ого, вот это аэродинамика, ну, сейчас да, задавили. Против троих не постреляешься. Попадал по ногам Гзистам, но тиммейты подстраховали. Так, ну вот Тихон едва не дождался Гзиста, бомба ставится в дыму. Торнадо, отлично. Вот сейчас сыграет бомб Керри, Гидрайт с каналки падает, застает врасплох Торнадо и ну вдвоем. И за секунду появляется Форест и два головошота, Флай и Тиксон. Падают от деревяшки, в живых остается только Литл. Ну надо сейвить Литл, что не берет АК, идет давить. Нет, будет бороться до последнего, понимает, что уже вот первая половина подбегает к концу и сейвить девайсы, по-моему... Неуместно. Хотя, на самом деле, денег на следующий раунд не будет. И ну да, там было АВП. Проведет его в экономическом. А там было АВП. В итоге 7-7, друзья. И команда Aces взяла 7. Ну, слушай, тоже неплохо. Просто, что мне не нравится вот в наших русских командах последнее время? То, что они берут вот эти 7 раундов, но прогресса-то вот дальше никакого нету. Ну, просто ты вспомни, что стало камнем преткновения для Тузов в этом матче. Это Фрайбер, который поставил просто невероятные 3 хедшота с дигла и перевернул, можно сказать, ход этого поединка в пользу команды Мин. Ну да, сейчас еще решил зашить мейн. При том, что так плотно еще и попал по аэро. Ох, там парни заманцевали, конечно. Ну что, крышу отдали, все в дыму, Фифларен спокойно заходит в мейн, минус флай, увидел восьмерку. Торнадо перемещается на будку и попытается Фрайберг выйти дверь или нет. Не будет, не будут спешить НИП, раскидывают в этот момент трап, напрягают Тихона. Ну вот посмотри, куда пробрался Форест, и вот все-таки, наверное, дождутся леса, и после этого начнут какие-то более агрессивные действия. Фрайберг, минус аэро. Так, Литл замечает Фореста, проходящего под маяк, как же в спину не забирает Литл Фореста. Ну вот провал за провалом у команды Aces. Ну теперь сейчас Торнадо пешком заходит. Вот этот момент просто, да, и если его не посмотрят, его не видел Фрайберг, тот заходит, двоих в ряд, да, бомба есть, третий с нуля, надо давить Фрайберга. Нет, Фрайберг не сдается. Так повезло. Чуточку негатива Торнадо. Еще Тихон по попе дает Фрайбергу, просто блеснул, но Форест открыла, и это... Ну вот Литл не забрал Фореста в спину, и деревяшка такое не прощает. Минус Форест, и теперь игра против Фрайберга, 1-1. Тихон нервничает, начинает сразу спамить в дым, но Фрайберг понимает, что его пытаются прострелить, найти, значит, оппонент волнуется. И терпение, терпение — это единственное, что спасет сейчас Фрайберга. И что напряжет Тихона, да, Тихон потерял вот этот тайминг, мог на шифте на самом деле выйти. Ай-яй-яй-яй-яй, довел дело до конца, красава! 8-7, первую половину выигрывают Тузы. Ну, хоть так, это тоже хорошо, ГХ пишут игроки шведской команды. И теперь тоже можно ответить ГХ парням из Швеции. Говорит Торнадо и пишет им то же самое. Вместе с Аэро. 8-7 в пользу Aces. Тихон, конечно, вообще бодрячком сыграл. Просто бодрячком. Вот после игры с Маус я вообще сейчас порадовался за Aces. Реально, реально, да, не развалюхи ребята оказались, а все-таки, возможно, Мираж не рабочий у парней. Нюк. А, ну, нет, подожди, Мираж, да. Мираж они играли, да. Мираж они играли. Здесь-то нюк, понятно. Но проблемы были, несомненно, но тем не менее радует то, что хоть так. Да, более-менее достойно выглядит игра в первой половине от команды Aces, но это была сильная сторона карты нюк, и теперь придется показывать что-то в атаке. Есть ли какие-то заготовочки у Тузов, дабы удивить команду NIP? Ну, вот для меня это вопрос.
Смогут ли взять хотя бы, ну, хотя бы 4 раунда в атаке? Как думаешь, Игорь? Вообще странно. Странно было бы, если бы не взяли, но... Если бы не взяли или если бы взяли? Странно будет, если не возьмут. После такой переломной половины уж в нули проигрывать вряд ли. Но если они сейчас будут играть в свой КС, типа без всяких там приколов, реально просто серьезно выкладываться, каждый раунд стараться, то получится так, что... Непы могут просто превратиться в машину смерти и вот этим вот... Так, посмотри, просто аркад на рампы, Пипварна застают врасплох, Аэро, отличный хедшот. Не ушел, не ушел от Раша русских ребят. Фрайбер подловил Эструб Торнадо. Будет ли второй минус от Фрайберга? Нет, Диксон Тихон разменял тиммейта. Они ждут. Улица Литл аккуратно играет, подлавливает Гидрайта. Аэро минус Гзист. Так, ну вот такой раунд не должны отдавать тузы. Флай забирает Фореста, в живых остается только Гидрайт. Гидрайт, два минуса. Это просто... Это провалиссимо. Закрыл дверь. Лол! Лол! Гидрайт сейчас будет просто давить. Нет, нет, Тихон, слава богу. Я думал, не убьет, как вот... Если бы сейчас был хедшот с вертухи, это было бы фантастика. Да, это была бы уже... Ну, мы знаем то, что он может. Он может, реально. Вот я даже ожидал, на самом деле, больше этого, чем убийство от Тихона. Я тоже. Но что-то как-то не залетело. Итак, вторую пистолеточку. На карте Нюк берут тузы против Непо. А ты вспомни раунд с первой половины, где Тихон остался в этом коротком стоять, и в итоге ничего не получилось. Да, я вижу, что у Гидрайта... Муха. ССГ-шечка, и он попытается с ней отрезать улицу, по которой вот уже... Опа! Пропрыгал, хорош. Не попадает с первого выстрела Гидрайт. Пропускает в длинный... Игрока команды Aces. Aces, кстати, сейчас очень-очень сделали плохую штуку. Они, грубо говоря, растянулись по карте, и это их сейчас может погубить. Особенно вот этого парня. Ну вот если Литл погибнет без размена. Но Литл может также, в принципе, и убить. Так что все в его руках. Смотри, у него глок, тяжелый армор. И все, больше ничего нет. И как раз-таки Фрайберг ждет же врыва. А в оппонентах, конечно, вот... У него стоит Фрайберг как раз, да, это сложно. Знаешь, выйти убить Фрайберга с бирста при фаером, это будет слишком жутко. А у Фрайберга 5-7, который пробивает просто каску тяжелого армора без шансов и... Ну, вот так вот, это даже маг, он с магом стоял, а не с 5-7. А, да, перепутал. Фифларена, наверное, перепутал с Фрайбергом, да, не бывает. Да. Так, Форесту не дали сыграть с диглом. Фифларен, 5-7 и ого, все выше головы залетело, но... Так, ну, в общем, Трайт сделает для минус, да, забирает Тихона. По-прежнему ситуация 2 в 2 и напряжение. Вот, держит. Ну вот Гзисту надо было сейчас убивать длинный, пока есть время. В итоге, что происходит? Ну да, Гзис здесь прочитал позицию Флая, в итоге Гидрайт. Опа! Слушай, опять этот псих устраивает. С АКМом! Так, ну вот одна пуля должна попасть в голову Торнадо, и попадет ли Гидрайт? Ну, пока нет. Ну, Гидрайт красный, дефуза нету, сохраняет калаш и уходит спокойненько со своим любимым статтрековским байонетом. 21 нож у него на ноже, и не засейвил девайс. Да, взрывается Гидрайт. 10-7, Aces пока что меня удивляют, я не знаю как вас, но, видимо, Мираж они не играют, от этого так печально сыграли с Mouse Sports. Но с какими напрягами взяли Эко? 4 потери и один выживший, или, подожди, выжил у нас? Кто остался последний? Кто? Не выжил, Торнадо. Не выжил. Взорвался, не выжил, он, да? В коротком остался, взорвался вместе с этой бомбой. Куда? Там дверь тонкая, как он выжил? Может, петлял куда-то. Если бы он выжил, мы бы сейчас писали письмо Вальф. Сразу, парни, почему он выжил? Что такое? Так, ну что, Форест Фиф поджим? Не будет поджима, улица. Прочекали Фрайберга, отогнали из-за красного. Там вот Гидрайт как-то так сидел, что-то, наверное, хотели... А, не-не-не-не, я врубился. Тут просто на выжидание все. Один чекает, если попадает, то второй добивает. Ну, как видим, улица достаточно пассивно играется. Aces. Выход в апленд через инсайт намечается. Но Непы там уже, ой-ой-ой, их там уж сколько. Там да, просто... очень плотная засада у Непов на верхнем пленте. Если сюда пойдут тузы, то это будет... Будет очень непросто. Всей своей шведской здоровой семьей идут парни. Форест, на пачку. Фрайберг. Ну вот по одному выходят тузы, падают один за другим. Опс, Аэро. Ну, выиграл перестрелку. Ну, выходить надо, дальше тупик. Гидрайт с улицы все еще не ушел. Гидрайт прячется так от Флая жестко, что тот поверил, что его нет. Увидел, ну, закрыл. Молодец, Флай.
прочекал за красным. Тут Фифларен, но падают один за другим. Фифларен тупо зарешал с девятки, по нему даже никто не смотрел, он сделал больше всех фрагов. Ладно, у Торнадо есть бомба, шанс уйти вниз. 20 секунд просто до конца и не дадут шведы поставить поинт. Этот раунд вряд ли возьмет Торнадо. Дым под себя, бомб лэнд, Гзист пойдет до конца или нет, успевает поставить бомбу, но Гзист тут как тут. Да, и на этом, в принципе, Aces заканчивают свой девайсный раунд не совсем удачно. Да, мне кажется, вообще это, вот после этого уже можно смело писать ГГ. Ну не, не, еще пока рано. Я же сказал то, что вот ну, то, что делают Aces... Эко раунда от Непов и первый раунд 5 смертей, второй раунд 5 смертей и взятый... Экономически от Непов. Просто против эко шведских нельзя играть настолько растянуто, настолько уверенно. Тут надо либо выходить кущей на размены, быстро играть на бомбу, либо играть растянуто, но сидеть долго и делать какие-то минусы. И раскидывать перед тем, как вы выходите. А здесь какая-то плановая игра от команды Ace по инфе. Так, ну и посмотри, это не помешало Литву насобирать на АВП. И нет. Постарается со снайперской винтовкой сейчас удивить команду НИП. Я думаю, шведы не ожидают. А вот НИПы как никогда не стандартные. Они не играют улицу через гидрайт, они оставляют его в мейне. Форест играет с ним на чек, дает инфу. Гидрайт, соответственно, с мейна дает моменталки, либо какие-то флешки, и пытается перекрыть проход на длинный. Поэтому мейн рабочий у НИПов. И это для Aces проблема большая. Если они будут проходить медленно, получат по щам. А еще и дальняя дистанция. Вот. Но может спасти АВП Литла, опять же. Посмотри, они там встали и ждут просто. Вот если... Деревяшку проверит именно Литл и заберет. Это будет довольно-таки неплохое начало. Ну, вот что, комментарии излишни. Комментарии Форест излишни. С кольтом Литл с АВП. Одна пуля, один... Ну, не знаю, это было очень просто для Фореста. Тихон подбирает АВП, посмотрим, что скажет. Гидрайт, ого-го, десант, принимает его, все, жесть. Ну, под маяком-то пусто, ребята, пусто. Что ж вы ждете? Форест минус аэро. Ну, и звено на улице остается... Да, НИП на них вообще забили просто. НИП уже знает, что они туда вниз не пройдут. Ну, не получится. Ни по шансам и вообще никак. В итоге просто стоят, ждут своих позиций. Даже могут разрешить им залезть на 9. Так, деревяшка хотел прочекать окно, но флай наказал. Но окно прочекал, дал инфу, и от этого задача команды Aces выглядит еще интереснее. Нужен еще головокружительный минус, отлично. Но этого мало, перекрестный огонь. Гидрайт создает с каналки и закрывает этот раунд в пользу своей команды. 10-9. 10-9. NIP подбираются впритык к тузам и готовы, готовы сравнять счет в этом матче. Более чем. Тем более, если экономически у тузов. Знаешь, когда ты говоришь, NIP готовы сравнять счет в этом матче, и вот играя против команды Aces, мне становится немножко не по себе. Да, как-то дико звучит. Как-то согласен. Дико звучит на самом деле, да. Но на самом деле все по факту. Но если Aces сыграют хотя бы 16-14, это явно... Это успех. Это будет тотальный успех. Это будет единственное... Это вот как раз таки будет то, когда будут парни говорить, блин, домой с НИПами 16-14, а потом бах и Нави 16-4. А потом бах и Star серию закончили на 13 месте. Как некоторые делали. Ну, это мы слишком не верим в команду Aces. Но на самом деле по составу участников Aces выглядят аутсайдерами. С куражами, кстати. Не, ну это, я бы сказал, наши регулярные российские игроки в Star серии, которые своим потом и кровью на самом деле пробили себе дорогу в Star, если что. И вот, например, видя таких парней, как Аэрофлай, я на самом деле радуюсь. Если бы они бы еще и заиграли хоть как-то серьезно, то все было бы настолько прекрасно. Ну, видишь, пока вот счет на самом деле даже очень интересный. 10-10, и все только начинается во второй половине. Смогут ли тузы в защите набрать еще парочку раундов и действительно навязать серьезную борьбу шведским НИПам? Ну, пока нам все еще непонятно, что же будет. Пока все еще непонятно. Но матч продолжается, и давайте смотреть. Так, Гидрайт, Фрайберг, Форест. Так, ну, Фифларен как-то... Фифларен играет агрессивно. Слушай, снег пойдет завтра в Киеве, если уже не идет. Так, что можно сказать? Готовы тузы раскидать верхний плент, но куда пойдут дальше? Гзист мешает и рушит все планы Aces. Они хотели... в будку, забирают Тиксона. Хотели выйти на верхний плент? Да-да-да, хотели взорвать дверь, задымить мейн, раскидать за дальнюю и попытаться зайти, чтобы изоляция на 8 была хоть какая-то. Ну вот хоть второй врыв Гзиста законтролили. На рампах Фифлары не убивает Айра. Ситуация 3 в 3. Борьба будет. И сейчас самая главная задача — это закрыть спину. Закрыть Фореста. Вот главная задача. Форест
Перестрелка в окнах Сайра, выигрывает ее шведский игрок. Фрайберг ошибается в туннеле, ставится бомба, 2 в 2, Гидрайт заходит в спину, есть игрок в длинном, есть игрок с пунта. Самая главная задача сейчас... Ну, Гидрайт в одиночку, знает, где находится Литл, и Форест должен делать последний минус. Жесть, жесть, жесть. 11-10, NIP вырываются вперед в этом матче, а хотя были реальные шансы выйти вперед от Узов. Ну тут еще с микроконтролем, опять же, позиции Фореста была проблема, у Эйсос огромная, вместо того, чтобы его убить вдвоем, один стреляется, второй дальше побежал. Да, второй. Он у него, вот у него прямо на прицеле, а он бежит дальше. А, я сейчас поставлю бомбу, убьем, ничего. В итоге 11-10, и как бы это не означало, что игроки команды Aces сейчас могут на 10-м раунде закончить этот матч. Или нет, или будут бороться. Ну, вы сами понимаете, мы просто здесь несколько сезонов сидим и ждем чуда от российских команд. И вот оно, казалось бы, чудо, и потом просто ты идешь в туалет, и тебя изнутри промывает Counter-Strike'ом некачественным. Гидрайт сейчас вообще в тупую флай словил, так бредово. Непонятно, что делал флай, то ли зацепился за текстуру. Ну, он то ли... запнулся флушоной об стенку, и все. Торнадо минус Гидрайт сейчас будет делать. Да, вот как раз-таки Гидрайт не знает о прошедшем игроке на нижний плейн Торнадо. Есть размен. Тут уже начинает понимать шведы то, что по скоростям Aces уже вроде бы пришли впритык, осталось только убить Фифларна на рампах. Да, надо выйти на рампы. Преграда единственная, это Фифларн. Ну, еще Фрайберг будет в суппорте, минус Торнадо в длинном, все, и Фифларн дает сразу рампы. Посмотри, как четко. Фрайберг забрал, Фифларн перестроился. Попадает по голове Литва, дает еще один головошот, но на этот раз на Айра, и теперь, опять-таки же, гиперпроблемы у команды Эйса. Тихон в итоге продавил, полезет на маяк, и его встречает Форест распростертыми объятиями. Привет, я Дракула! Дракула! I will drink you blood! Вау, все. Литл не побоялся перестрелки с Форестом и выиграл эту дуэль. Но что делать Айра? What's up? О, я сейчас только что Юре просто хедшот устал. Выписал по лицу. Выписал плюху. Но это не помешало команде не взять очередной раунд, счет 12-10, и эко назревает у Тузов. Так. Тузов. По-моему, последний эко перед каким-то там, каким раундом же. Так, ну вот я проверил стрим, вроде бы все нормально. Да, все нормально. Нас тут просто дернули сейчас по стриму, в итоге получилось как? Я смотрю налево, Юра тоже, я не смотрю направо, и у Юры мой флаг на лице, плюха, ладошечка. Плюха залетела, Юре. Просто. Ну все, будешь себя вести хорошо, понял? Я уже боюсь. Каждый раз, когда не включается стрим, знаете, Юра терпит за это. Каждый раз, каждый раз, когда ваш стрим не работает, Юра за это терпит. Так что нажимайте паузу, и мы пойдем бить Юру. Всей студии просто. Так, ну что, Жека раунд не поберут без особых проблем. 13-10. И смогут ли тузы навязать борьбу? Ну вот, надо взять еще. Итак, вот мой прогноз на 4 раунда тузов в атаке. Ты сказал, что это реально, я сказал, что... Очень-очень непросто будет тузам взять 4. Ну, 2 взяли. 2 взяли, да. Осталось еще 2. Осталось еще 2. Все, тузы, давай. В туза. Давай топим за тузов. Топим. Главное, чтоб они действительно брали 4. И... А вообще 15-15 меня устроит. Я не знаю, как тебя, но меня как зрителя... Это лучший счет. Это лучший счет, который только может быть сейчас. Ладно, вот у Эйсис что-то грандиозное сейчас задумали. Но самое главное, не профуфокать вот этого парня, показываю вам, который в том раунде под флешку натворил дело на инсайде, и Эйсис отменили свою раскидку на аппар. Если они выйдут с раскидкой, нормально все будет четко. Так, вот, Гзиста изолирует хэшками. Дается смог, чтобы игроки атаки не смогли. Ну, столько всяких гранат залетает в будочку. Сначала молотов, после этого дым, потом еще один дым. Попробуй выйти туда. Долго готовит раунд Эйсис, очень долго. Все, так, Торнадо, ну, готов бросать. Да, так. Это будет раскидка верхнего плента. Смотрим, что происходит у шведов. У шведов на верхнем пленте укрепление из троих игроков. Так, ну вот вторая волна раскидки ожидает нас. Посыпались гранаты и Гзис. Агрессивное принятие будки, вшивает в дым, не попадает Гзис, никого. Гзис труп. Восьмерка, парни, да, убили! Просто 5 в 2 при выходе на. Фифларна осталось добить.
Не попадает сейчас Литл. Ну, как не попадает? Осталось не проиграть раунд 2 в 5. Форест и Фифвар. Есть уже два минуса. Форест делает третий. Ай-яй-яй. Вот тут вот уже Бамбалейло. Бамбалейло. На-на-на. Форест идет. Форест идет. Один на один против Фореста. Бомба под 9 стоит. Провал. Провалиссимо. Провал. Форест. Флай. Берут третий! Красавчики! Один хп остается у Флая. Просто чудо спасает команду Эйс. Это unbelievable. Парни, как так можно? Да у нас пацаны с района тащат. Че ты орешь? Иди сюда, иди посмотри на игру. Иди посмотри на игру. Тут не пов сейчас, просто будут переворачивать. Просто 5 парней. Мы тебя тоже слышим через стенку, с ультой с твоей. Не пуй, Aces, ты когда-то такое видел? Ты слышал, что ты знаешь команду Aces? Нет, видишь, а ты дотер, да? Мы тоже ее почти не знаем, хотя мы кейсеры. Короче, Страйк поставил на то, что они возьмут 4. Не, он сказал, что меньше 4. Я сказал, что не больше 12. Ну, я вот... Вот в шаге я сказал, что возьмут больше. Да ничего не в шаге от провала, все нормально. Такую раскидку на выиграли и вообще перевернули шведский НИП по-страшному. Форест. Сыграет ли Линдберг? Пытается дать второй спрей. Ой-ой-ой-ой, Флай! Есть размен. Литва, да, но... 4 в 4. Гидрайт забирает Флай. Моментально улица закрыта. Здесь нужна какая-то атака из-под тяжка для Эйса, чтобы как-то изменить ситуацию, но позиции у них, мягко говоря, твердые. И толку от них не будет. Да, ну вот все дальше идет по сценарию команды NIP. Фрайберг забирает Торнадо Фифуаром. Минус Айра. В живых остается Тихон. И здесь 12-й... Нет, 14-й раунд для команды НИП. Влезает Тихон, подогонек подгорел просто. Подгорел немного Тихон, и в спину его забирает Гзис. Ну, Тихон, вот знаешь, есть такая певица Катя Огонек, теперь будем Тихона называть Тихон Огонек, потому что подогонек он любит выходить. Катя Огонек. Откуда ты знаешь таких певиц? А еще есть такая певица Катя Дрель, то есть Катя Лель. А еще есть Катя Самбука, да? Ну, вот такую должны знать. Не, ее можно было бы назвать Катя Сиська. Ну, она не певица, она просто Катя Самбука. Она просто Сиська, и все. Силиконовая X2. Так, ну что ж, смотри, что придумали тузы. На, казалось бы, 15-й раунд для Непов. У Флая единственная АКМ и 4 пистолета у команды Aces. Так, экшен продолжается. Фифларен пытался поджать. Слушай, вот Фифларен какие-то жалкие попытки поджима видно всю эту игру. Что за атаку пытался аркадить? Что в защите пытается быть... Типа наглым, но не получается ничего. Так, ну, смотри, Флай посадили на 2 гранаты, и Фифларен добивает своего грозного оппонента с КМом в руках. Ну, он сейчас еще двоих добьет просто с пистолета. А-а-а! 10 топи, пуль. Фифларен, топи! Да, есть минус Торнадо, будет ли еще? Он увидел подбор девайса просто. Но здесь уже фрагов больше не будет, по-моему. Это эйс, это эйс. Хочу эйс от Фифларена. Знаешь, как... Ну... Ну, Литл, что ты творишь? Забирает просто эйс из-под руку команды. Точнее, не у команды, а у Фифварена. Ну, блин. 15-й раунд берет команда NIP. 4 матч-поинта. Смогут ли отыграть тузы? Друзья, вы не забывайте, что дальше мы смотрим матч Fnatic лиги. Это будет матч ASD против команды Fnatic. И это будет весьма эпичный расклад. Так, ну что, последний раунд. Возможно, последний раунд, если, конечно, эйсы сейчас не удивят. Литл. Ну, слушай, если сейчас возьмут и сыграют хотя бы 16-12, это уже поборолись. 16-11 это так, попробовали... Нет, ну на самом деле 16-11 тоже поборолись, но тут уже дело ставочек. Ну, тут уже даже дело больше, опять же, вот фактор игрока, да? Если, например, заходит Айрок кому-то в спину, он не убивает всех троих. Если заходит Форест, то спокойно справляется. Если бежит Фрайберг с Дигла, он может поставить три пачки тупо, потому что он может. Это уже да, фактор нет, игрока. Нет, просто вот таких вот соло-героев у команды Aces, которые могут в одиночку разваливать... Правительные редуты. Но командный нюк эти парни показали весьма хорошие. Ну что ж, остался Торнадо, остался Литл. Мы понимаем, ситуация что 2 это... 2 в 5, уже 1 в 5 остается Литл. Ну, 58 секунд на действие Литлу остается. Ну понятно, что он здесь уже просто один в поле не воин. Ну а мы с вами увидимся на матче, опять же напомню вам, на матче Fnatic лиги ASD против Fnatic. И далеко не уходите. Погоди, ну вот Литл серьезно настроен взять этот раунд. Будет попытка выйти на Гзиста. Гзист проигрывает перестрелку Литву, но дальше прошивает Гитрайта и счет 16-11. Увидимся на матче Fnatic лиги через несколько минут. Raise your hands up high.